Огромная яма, куча земли, сломанный асфальт и кирпичи. Так выглядит палисадник у дома по улице Куйбышева. Еще в прошлом году здесь все раскопали, ремонтировали трубы. Но территорию в порядок рабочие так и не привели. Сейчас яма доходит даже до дверей подвала. Туда после дождя стекает вся вода. Дом затапливает. В результате этого у нас размножились в подвале жуки, тараканы и какие-то мокрицы, которые, вот я живу на 4-м этаже, уже доползают до нас. И поэтому мы, конечно, беспокоимся. Воду ведь никто не откачивает. То есть вот эта вся живность, она так и будет продолжать к нам лезть. Одна из проблем – насекомые. Они и в соседних подъездах. Местные жители обращались в управляющую компанию. Вредителей травили дважды, но из-за постоянной влажности они возвращаются вновь и вновь. Нам все раскопали, и теперь все уже это росло, и ничего не делается. И мы, наверное, обвалимся скоро. В общем, никакого внимания, пока мы... Это вот 6-й подъезд. Мы пока не упадем. Жители уверены, если яму засыплют, то и подвал не будет топить, и насекомые уйдут. За ремонт коммуникаций здесь отвечает тепловая компания. Телеканал Омск ТВ обратился за комментарием. По адресу улица Куйбышева, 144, специалисты АО «Тепловая компания» проводили в августе прошлого года ремонтные работы на подземном трубопроводе, после чего была сделана обратная засыпка, но произошла просадка грунта. Теперь специалистам предстоит вновь обследовать место. Это планируют сделать до 12 июля. По итогам рабочие тепловой компании примут необходимые меры.